Никнаку пришлось пережить действительно трудные времена. Его бывший владелец отвез его к ветеринару в Южной Африке, ожидая, что его усыпят, потому что он был слишком некрасивый. На самом деле, единственной некрасивой чертой Никнака были язвы на его лице, образовавшиеся от рук его жестокого хозяина. Первым шагом к выздоровлению Никнака была горячая ванна, чего он, вероятно, никогда раньше не делал. Группа ветеринаров позаботилась не только о том, чтобы вымыть его шерсть, но и обработать лапы. Затем Никнака забрала волонтер Камила Нурак из Sidewalk Specials. Работа Камилы заключалась в том, чтобы заботиться о нем, пока он не будет готов переехать в новый дом. Однако Никнак так и не сдвинулся с места. Камила так привязалась к собаке, что просто не могла от нее отказаться. Через несколько недель Камила поняла, что наконец-то нашла собаку, которую так ждала, и что Никнак уже нашел рядом с ней свой вечный дом. Эту собаку больше не зовут Никнак, теперь ее зовут Ньюман, в честь персонажа известного сериала 90-х Сайнфилд. Ньюман любит свою новую жизнь. Он может играть все время и много гуляет с Камилой на пляже. Изменения Ньюмана были невероятными. Трудно представить, что он тот самый пес, которого однажды оставили, чтобы принести в жертву. Нет сомнения, что с любовью и самоотверженностью можно достичь всего. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.